На Ринмаре террористы захватили в заложники полицейских и требовали вертолет. Тактика специальные учения «Молния-2015» прошли в окружной столице. В них приняли участие сотрудники полиции, ФСБ и МЧС. Все подробности в следующем репортаже. Захватили в заложники сотрудников полиции и требовали вертолет. Такие условия поставили террористы. По легенде учений, группа неустановленных лиц с применением огнестрельного оружия напала на склад хранения взрывчатых материалов предприятия «Поморнефтегаз-Геофизика». Действия развернулись в районе озера Харитонова. По радиосвязи бандитам сообщают, что вертолет подан. Террористы, взяв с собой заложников, выдвинулись в сторону вертолетной площадки. Но стражи правопорядка пресекли их выезд. Полицейские заламывают руки преступникам и заталкивают в автомобиль, спасатели и пожарные ликвидируют последствия теракта, оказывают первую помощь пострадавшим. Задачи были такие, как пресечение террористического акта с привлечением сил МЧС для ликвидации последствий после террористического акта. Это как тушение пожара на взрывскладе и также тушение автомобиля после взрыва. Действия были выполнены на оценку хорошо и в целом еще не удались. Также на практике отработаны вопросы ситуационного реагирования при организации проведения элементов контртеррористической операции по нейтрализации террористов, ликвидации угрозы взрыва, а также минимизации последствий теракта. От ФСБ, МВД и МЧС было привлечено более 100 сотрудников. В целом личный состав и объединенная группировка, в которую входят представители ФСБ, Министерства обороны, Федеральной службы охраны и других подразделений, показали твердые навыки в применении и использовании различных видов управления по управлению нашей объединенной группировкой. В целом предварительная оценка в ходе сегодняшних учений положительная. Алина Воучейская, Александр Дуркин и Роман Делимарский, телеканал «Север».